Санкт-Петербурга, закрывающего профсоюзы. Нет закрытия профсоюзов! Ура! Сегодня пришли за профсоюзами, завтра придут за вами. Сегодняшняя демонстрация — это один из последних
последних островков свободы, когда люди могут мирно выразить свое мнение, протестуя против той власти, против той системы, которая сложилась в нашей стране. Поэтому не зря мы используем этот рычаг для того, чтобы выразить свое презрение к тому произволу, который происходит, когда пытают задержанных, когда задерживают антифашистов за то, что они борются с нацистами, когда все это делают в угоду каким-то политическим конъюнктурам типа Милонова и прочей сволочи. Поэтому лозунг «Милонова на нары рабочих на Канары» будет звучать: «Милонов на нары рабочих на Канары». Не надо плакать, организуйтесь. Знаменитые слова героя рабочего класса Джо Хилла, написанные им в ночь перед повешением. В свое время этот человек встал на эшафот для того, чтобы в сегодняшней России в том числе был 8-часовой рабочий день. Сегодня отбирают ваши права, сегодня ваш рабочий день становится 12-часовым вместо 8-часового. Сегодня последние статьи, которые улучшают положение трудящихся, отнимают, урезаются и закрываются. Сегодня наш профсоюз закрыли за то, что мы собирали подписи за улучшение статьи 134 Трудового кодекса, которая гласит об ежегодной компенсации заработной платы. Нас не закрыть, мы все равно будем бороться за то, чтобы трудящиеся в этой стране осознали себя, в общем-то, их классом и начали бороться за свои права. Когда говорят, что не надо лезть в политику, это сделают такие люди, как Милонов и прочая сволочь, бразильцы говорят на это: если ты не делаешь политику, политика сделает тебя. И перед наш разум окружен, или смерть, и боль, вести готов. Весь мир на земле мы разрушим до основания, а затем новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой.